сколько можно говорить тому, кто должен сидеть в тюрьме, это первое. И сколько нужно говорить тем, кто сегодня имеют коалиционное большинство, и на которых ответственность за будущее этой страны, для того, чтобы защитить этих детей и дать им возможность завтра иметь целостную страну, работу, а в будущем хорошую пенсию. И мы сегодня должны вам дать час, чтобы вы здесь с лекцией выступали. Вы уже навыступались. Скажите спасибо, что вам дают возможность жить в этой стране. Слушайте, отныне место в Жириновском в Украине не вакантное. Я очень рад.